Ой, сейчас такое будет. Здорово, меня зовут Эвелина, и сегодня я решила провести эксперимент. Куда меня приведет автовоспроизведение Ютуба через 3 дня? В общем, я включу видосик на Ютубе, включу автовоспроизведение, и это автовоспроизведение будет включать видео, которое рекомендует мне Ютуб. И после этого мы с вами посмотрим, какое же видео Ютуб мне покажет через 3 дня. 72 часа. Я уже делала небольшой тест, чтобы посмотреть, можно ли вообще вот так вот оставлять на автовоспроизведение, или оно как-то остановится. И да, Ютуб останавливает автовоспроизведение видео, если ты ничего не делаешь на сайте. То есть там не двигаешь мышкой, там не кликаешь никуда. Вы меня поняли? В общем, я установила кликер, чтобы он там за меня мышку водил, кликал. Извините, я не могу 72 часа сидеть вот так вот. Вот так вот. У меня есть предположение, что видео, которое будет нам YouTube показывать через 3 дня автовоспроизведения, будет связано с музыкой. Я не знаю почему, но мне кажется, это будет какая-то музыкальная тематика. Я вообще не шарю в этом, просто у меня такие предположения. Вот не досматривая сейчас этот ролик, вот напишите прямо сейчас в комментариях, как вы думаете, какой жанр нам покажет автовоспроизведение через 3 дня. Я не знаю почему, но мне кажется, что это будет музыка. Я еще к подбору первого видео тоже с умом подошла. Короче, мы будем смотреть мой видос. А где он? Вот, мой видос. Без названия, без превью, без описания, без тегов. Просто идеальное видео, чтобы начать. Только мне надо будет кабель подключить. А то вот этот вот. А то у меня не самый лучший роутер, и он в какой-то момент может выключиться. А я хочу, чтобы эксперимент был честный и качественный. Как таковой цели у меня нету, как и в принципе по жизни. Мне просто реально интересно, куда уведут меня эти рекомендации. Кстати, чуть не забыла сказать, я снимаю в режиме инкогнито, ну браузер в режиме инкогнито, и я не залогинена ни в один аккаунт. Это сделано, чтобы YouTube не показывал мои рекомендации и мои интересы, чтобы все было супер честно. Сама выдумала эксперимент, сама придумала какие-то правила, что-то честно, нечестно. Ну короче, мне кажется, что так эксперимент будет чище. Я включу запись экрана, но я постараюсь еще на камеру подснимать почаще. Но основные такие чекпоинты — это 12 часов, 24 часа, 48 часов и 72 часа. Это те моменты, когда я буду специально подходить и смотреть. Смотрите. Да. Какой месяц карантина? А еще я тут для вас часики включила. Погнали. То есть 1 марта в 11 пройдет 72 часа. Запомнили? Сам двигается. Я ничего не двигаю. Вот это технологии. Друзья, прошу вас поставить лайк авансом. Так уж вышло, что это видео снималось дольше, чем 72 часа. И все это время я вообще никак не могла пользоваться компьютером. Поставьте сейчас лайк, ну а если видео вам действительно не понравится, то просто уберете его. Все честно. Сначала показывались только мои видео, но уже к часу ночи мы перешли на ролики Кати Клэп. После этого я уже пошла спать. Доброе утро. Проснулись, улыбнулись, и пойдемте теперь смотреть, что там по автовоспроизведению. Ну, я такое ожидала, да. Прошло ровно 12 часов, и за это время мы пришли от Эвелины к Насте. И, видимо, нам еще предстоит много видео Насти. Посмотрим, что будет еще через 12 часов. Как оказалось, ночью видео Кати Клэп тоже недолго транслировались, и вскоре автовоспроизведение перекинуло нас на видео Анастасис, которые показывались всю ночь. Видите, уже почти закончились первые сутки, и видео повторяется. Все, да, в течение дня всего нам показывали Анастасис, и видео повторяется. Почему? Почему-то мне кажется, это не особо честно в плане эксперимента, но ладно. Главное правило эксперимента — ничего не трогать. А еще такая проблема, что вот это видео тоже уже показывалось. И как я подозреваю, что следующее видео будет тоже то, которое уже показывалось. Мне кажется, что я просто попала на видео Анастасис и попала в круговорот, который никогда не закончится, и теперь все 72 часа будут показываться ее видео. Я надеюсь, что это будет не так, я надеюсь, что будет что-то более разнообразное. Без каких-либо претензий к Насте. Прошли первые сутки, и до сих пор у нас тут Анастасис. И как я понимаю, она здесь еще надолго. Надеюсь, больше видео не будут ходить вот так по кругу и показываться одни и те же, потому что, ну, это будет не очень. Вы не поверите, мы вышли из этого круга. Это что, не видео Насти? И следующее не видео Насти?
Вы не подумайте, я к Насте очень хорошо отношусь, просто в какой-то момент я реально напугалась, что все, на этом эксперимент закончится, я попала в этот круговорот. Просто когда я поняла, что показываются только видео Насти, я подумала, ну когда-нибудь же они закончатся, у нее же не бесконечное количество этих видео. А оказалось, что он прокручивал еще по нескольку раз одни и те же видео. Например, было вот все, что вы хотели узнать о наших отношениях, потом было-не было с парнем, и потом опять видео все, что вы хотите узнать о наших отношениях. То есть оно, по сути, почти подряд идет. Я реально очень напугалась, что этим все и закончится, и поэтому я так рада, что мы вышли на другой канал, тоже видео с Настей. Пошла другая эпоха. Мне вот прям интересно проснуться и посмотреть, что будет, какие видео будут показываться. Прикиньте, я просыпаюсь, там опять видео с Настей. Это какая-то шутка. Скажите мне, это какая-то шутка? Я смотрела это видео уже несколько раз. Сейчас будет важный момент. Видео Саши Спилберг закончится, и начнется видео Анастасис, и я смогу посмотреть, что будет следующим в автовоспроизведении. Мне почему-то кажется, что там будет Настя. Ну давай, рассказывай. Ну все, это же совместное видео. Тут и Катя Клэп, и Брайан Мапс. Может быть, следующее видео будет кого-то из этих ребят? Итак, пошли вторые сутки, утро, почти 12 часов. Пойдемте посмотрим. Пеп, 12 часов, а ты еще спишь. Все хорошо. Сбила гнездо. Что же там такое? Мне все-таки кажется, что там Анастасия. О, видео, которое я смотрела уже несколько раз. Это замкнутый круг. Из этого круга нам не выйти. Никогда. Так, товарищи, мне кажется, нам надо досрочно закончить этот эксперимент и начать сначала. Это видео я смотрю уже, ну, раз четвертый точно. Я еще не знаю, сколько раз оно за ночь проигрывалось. По всей видимости, делать эксперимент на инкогните не очень хорошая идея, потому что YouTube не запоминает, какие видео ты посмотрел, и прокручивает одни и те же видео несколько тысяч раз. Сейчас я хочу скачать новый браузер, чтобы там была абсолютно чистая история, создать новый аккаунт и смотреть уже с него. Еще важно, чтобы список видео, которые ты посмотрел, сохранялось. За этим надо будет проследить. Также я хочу начать наш эксперимент не с моего видоса, без тегов, описания и названия. Я хочу начать с первого места в трендах. Не знаю, насколько это хорошая идея, но мне кажется, всяко лучше, чем смотреть одни и те же видео на протяжении трех дней. Первое место в тренде. Видео Мамикса. Как я понимаю, нас ждут куча видео Мамикса. Пол первого. Через 12 часов подходим. Смотрим, что из этого получилось. Погнали. Прошло первые 12 часов. Пол первого. Мамикс сменился Владом Бумагой. На самом деле, не так давно он сменился. До этого весь день крутили видосы Мамикса, и в какой-то момент я подумала, что будет такая же ситуация, как с Анастасис. Но нет. Как вы видите, появился Влад Бумага. Ну что, утром посмотрим, будет ли Влад Бумага еще здесь. Или вдруг появится опять Мамикс. Я не удивлюсь. Прошли первые сутки нашего уже второго эксперимента. Пойдемте смотреть, что там. Мне кажется, там Влад Бумага. Ну-ка. Опа. Какой-то стрим какой-то собаки. Я собаку уважаю. Так можно было? Я поняла, он попал в рекомендации из-за того, что теги прописал в названии. А это вообще законно? Хитрый пес, блин. Почему-то после этого собачьего стрима начались кулинарные видео, и показывались они достаточно долго. Какой-то кулинарный стрим, 700 зрителей, 1500 подписчиков у них. Ну это уже интересно. А следующий какой-то мастер-класс, 26 тысяч просмотров. Так, началось интересное. Почти прошло 2 дня, у нас тут интервью. Честно сказать, еще вчера я думала, что я проснусь, и будет уже интервью Дудя. Но нет, пока что все еще поговорим. Итак, весь день показывались одни интервью. Они еще идут долго, из-за этого видео редко сменяются. Завтра в 12:30 наш с вами эксперимент уже подойдет к концу, а на данный момент в 11:30 ночи показываются интервью. Ну все, увидимся с вами завтра. Итак, прошли 72 часа, а у нас тут Малышева. Получается, за 72 часа через автовоспроизведение мы пришли от Мамикса к Малышевой? Как и почему?
Давайте с вами подведем небольшие итоги. В последнее время, и даже вчера, я стала замечать такие мемы в ТикТоке про то, что ты ложишься спать, смотришь, например, какое-то интервью, а когда просыпаешься из-за того, что автообновление у тебя было включено, тебе показывается уже какая-то фигня. Например, как люди строят дома в лесу из говна и палок. К сожалению, это не так. Если бы это было так, видео было бы веселее. И больше всего, что меня удивило, что YouTube показывает видео не по темам, а по авторам. Например, вот ты включил видео Мамикса про то, что он пугает собаку, и тебе не будет показываться видео с собаками. Тебе будут показываться миллион видео Мамикса. С одной стороны, YouTube это делает, чтобы не показывать широкой публике контент, который неприемлем на YouTube. Но с другой стороны, так вообще не продвигаются малые каналы. Я как малый канал в шоке вообще. Также напишите в комментариях свое мнение, с какого видео стоило бы начать данный эксперимент. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вот такой вот эксперимент у нас получился. Не забываем подписываться и оценивать видео. Это очень важно, и это действительно продвигает видео.